Всем привет, ребят! Давайте пройдем третий челлендж. Уже на 40 джойстиков. Наверное, он должен быть немножко сложнее. Итак, у нас есть три разноцветных слайма. И условия победы. Победить всех врагов, но... В условии поражения написано, что слаймы должны умереть примерно в один ход. Максимум один ход разницы. Так что... Всех надо будет подравнивать одновременно, убивать одновременно. Что делают слаймы? У них всегда пониженный шанс получения урона на 100%. Поэтому каждый раз, когда зеленый слайм кого-то бьет, он накладывает на вас возможность наносить урон по красному. Когда красный кого-то бьет, он накладывает на вас возможность наносить урон по синему, а синий, соответственно, по зеленому. Но при этом есть нюанс. Там причем не обязательно бить, просто наносить урон. Нюанс состоит в том, что синий слайм, когда он кого-то бьет, он снижает атаку на 50%. Зеленый снижает наносимый урон за каждую клетку, которую вы прошли перед тем, как бить. А красный снижает интеллект. В этом, собственно, и заключается весь бой. То есть в идеале, если у вас не хватает урона и вам нужен прям серьезный микроменеджмент, то лучше всего будет, если вы будете прям серьезно менеджить, чтобы красного, например, никогда не били интовики, чтобы синего никогда не били физики, потому что он снижает атаку, это никому не интересно. С другой стороны, можно слегка брутфорсить, потому что челлендж довольно простенький. Довольно-таки ключевым персонажем в этом бою является джаглер, потому что как только его задевает любой атакой, он прохиливает всех союзников на поле боя. Мне это безудержно нравится, так что я собираюсь его использовать. Все остальные его абилки мне, наверное, не пригодятся. Даже его кусь мне не особо пригодится, потому что он не главный дамагер здесь. К сожалению, я буду использовать две фракции одновременно. Подумала и решила все-таки взять на всякий случай с собой хиллера. Что без хиллера как-то совсем тухловато. Фракционный баф мне, правда, не нужен. Так что бьем стандартным джаглером. На первом ходу у меня все равно нет никаких бафов, так что можно делать ничего. Главное не забывать, чтобы в радиусе атаки каждого из слаймов всегда был хотя бы один юнит. Так, красный дает мне возможность бить красного, но при этом, чем больше я пролечу, тем меньше я нанесу урона. К сожалению. Два зеленых бафа я получила, поэтому Луана отправляется воевать.
И Юля тоже. もうちょっとしっかりしてよ。 Черт. Да. Я потрачу доп ход. Черт. Ну и, собственно, оставшаяся часть боя заключается в том, чтобы крутиться по полю битвы и продолжать избивать мобов, но при этом их подравнивать. То есть не на пофиг, а надо, чтобы они умерли одним ходом. Пока я продамажила очень сильно зеленую и вообще не продамажила красную, например. Как бы мне так встать, чтобы задевать нужных? Если я вот так встану, то красный продамажит двоих. Наверное, мне будет ок. Еще видите, зачем здесь нужен джаглер, насколько он ОП. Можно даже не говорить ничего. ラルン、行くぞ。私が皆さんを守ります。 完了。ターゲットは？全くもう、もうちょっとしっかりしてよ。 Вот сейчас самое неудачное на самом деле, что на ней и минус интеллект, и минус атака. Но так мне очень нужно пробить синего слайма, я буду пробивать его все равно.
も。ん？私が皆さんを守ります。行動スタート。Так, я могу ей бить зеленого, но зеленый мне вообще не нужен. Зеленый так слишком покоцанный. そうだ。剣はどこを指していますか？おい。Косяк. Сода. Сколько он там получил? Плюс 30%. Очень много. Очень печально. Но я думаю, я переживу. Так, 26 и 26. Здесь 37. Кто мне может бить синего? Юлечка. Отлично, все фуловы, все хорошо. Юля может продолжать бить синего слайма. А Дидлит может просто всех похилить и никого не бить. Так, 4000 осталось ХП. Я абсолютно точно сейчас буду бить синего. Скорее всего, его еще и добью. Нет, я идеально просто подравняла. Идеально. А вот с этим надо встать рядом, чтобы он не бахнул. Вот и, собственно, весь челлендж. Сейчас в этот ход, я думаю, я добью каждого.
Или каждого, кроме зеленого. Потому что сейчас зеленый я не получаю. Трам-пам-пам. Так ты можешь вообще пробить зеленого хоть как-то? Можешь. Ну и отлично. Ай, пёсик может пробить зеленого. Тогда Юлюшка пробивает синего. Тиарис красного. Ну, почти. Так, а зеленого он не пробивает, да? Ладно. Мы в танке. Мы просто так урон нанесем. Так, ладно, красиво не получилось. В течение одного хода не получилось. Баф мы сейчас никак не получим. Поэтому просто всем, чем есть. 700 хп, я думаю, я справлюсь снести. Собственно, вот и весь бой. Я специально поставляла джаглера под урон, чтобы он прохилил всю команду. Джаглер ОП. Всем удачи в прохождении и всем пока!